Здравствуйте, доброго дня, салим. Меня зовут Александр, вы на канале технических решений Энергомаг. Почему я обратился к вам на трех языках? Потому что наши подписчики проживают в Российской Федерации, в Украине, в Казахстане. Большая часть, согласно статистике. Ну и в других тоже постсоветских республиках. Если вы наш подписчик в другой какой-то стране, напишите в комментарии. Сегодня у нас выходит видео в новом формате. Ответы на вопросы, комментарии. Мы проводили опрос на нашем канале. Интересны ли будут такие видео? 86% ответов, которые были, это да, что было бы интересно. Я бы хотел, чтобы наш канал стал платформой или местом, где будут обсуждаться технические вопросы, связанные с электричеством, с электроснабжением. Напомню, видео на нашем канале регулярно выходят по субботам, утром, под темам электромонтажные работы, солнечные станции, твердотопливные котлы, системы заземления, молниезащита дома и по-другому. Оборудованию, которое представлено на нашем сайте energomag.net. Поэтому, если вы не являетесь подписчиком нашего канала, попали на канал случайно, я рекомендую вам подписаться на наш канал, для того, чтобы регулярно получать видео на такие темы. Теперь давайте сейчас перейдем к комментариям. Обращу внимание, что это видео первое, может быть, оно где-то какие-то есть небольшие недочеты, но я надеюсь, что с вашей помощью у нас будут видео такие выходить регулярно, чаще. И если есть замечания, комментарии, пишите, будем рады этим комментариям. Давайте теперь перейдем к комментариям. Теперь давайте перейдем непосредственно к комментариям. И первый комментарий к видео заземления в квартире и в доме, ошибки, как правильно заземлить. Пользователь Саша Диджей Монро. Сколько плюс-минус стоит заземлить дом в евро? Одна фаза. Хороший вопрос. Ставлю лайк. Саша, давайте прикинем на калькуляторе, сколько будет стоить такое заземление. Если мы берем наш комплект КЗЦ на 15 метров, которого, как правило, достаточно. Плюс добавляем за работу, я называю цены в Киеве, 2600, 6900 гривен. Делим на курс вот, сайт Национального банка Украины. И евро у нас 27, ну берем за 100 евро 2705, 27, грубо говоря. 27 гривен, калькулятор делим на 27, получаем 255 евро. Если вы, к примеру, проживаете в Одессе, я знаю, что в Одессе там ситуация с грунтами получше, и достаточно комплекта, который на 7,5 метров, 2330 он стоит оцинкованный, плюс работа, не знаю точно, сколько в Одессе стоит работа, но давайте возьмем 2000 гривен, например. 4330 делим на те же 27 гривен за 1 евро, получаем 160. То есть цена вопроса в Одессе будет ниже. Еще раз спасибо за вопрос, Саша Диджей Монро. Переходим к следующему вопросу. Алексей Духовский. Здравствуйте, почему у вас на розетке установлен автомат номиналом 25 ампер? Это комментарий к видео, который тоже можете посмотреть в нашем канале «Проверка сопротивления петля фаза 0». И там в видео есть показан электрический щит. Ну, это не у нас установлен. А вообще 25 ампер, на, это же не на одну розетку. Это установлено на группу розеток. Такой защитный автомат. Если бытовая розетка, как правило, рассчитана на 16 ампер, возьмите несколько розеток. Не исключен вариант, что будет включено несколько бытовых приборов, несколько розеток, поэтому и 25 ампер на группу розеток. Ну, вопрос тоже неплохой. Следующее, пользователь, интересное название, Путин сдох, оставил 2 дня тому назад, он на украинской мове. Здесь говорится о том, что можно посчитать это видео, как определить, к вам подключились соседи или нет, воруют, не воруют электроэнергию. Что можно по счетчику определить, какой расход электроэнергии, тоже согласен, по показаниям счетчиков за неделю или за несколько дней, или вы можете, к примеру, ночью
записать показания и утром посмотреть и те приборы, которые у вас включены в доме, и прикинуть, правильно, либо у вас неправильно работает счетчик, либо действительно может какой-то такой сосед у вас появился замечательный, скажем так. Следующее видео, не позорьтесь, пока живой коммент, пользователь, как проверить контур заземления с помощью лампочки. На самом деле в этом видео рассказывается о том, что видео говорится, что с помощью лампочки, вот я сразу пишу видео, говорится, как правильно проверить контур заземления. Проверить контур. Вскакивает у нас какая-то штука. Контур заземления. И не знаю, пользователь смотрел, не смотрел, но я говорил о том, что это неправильно, а он пишет, не позорьтесь. Ну, может, недопонял или что-то было не со звуком, проблема какая-то. Переходим к следующему видео. Котел очень дымит. Это котлы, к видео котлы твердотопливный огонек. Как устранить выход дымохода, диаметр? Ну, котел дымит в том случае, если нет тяги. Нет тяги, пишем, или почистить дымоход. Чистить дымоход. Если вы целый год пользовались, а летом не нашли время и растопили осенью, то, конечно, весь дым будет идти в дом. Следующий комментарий, это к видео, электромонтаж без распределительных коробок, шлейфом, с дозами, ну не Андрей Дружба, с дозами кабеля немного больше расход, чем шлейфом. Это даже не электрику, следовательно, видео учебным назвать нельзя. Ну, я-то, у нас видео, оно не учебное, мы же не учебный комбинат какой-то. Показали, рассказали. Дали информацию, если остались вопросы, пишите. А никто же не говорит, что это учебное видео какое-то, посмотрите, как в школе или в каком-то учебном заведении, в техникуме, в колледже. Поэтому считаю вопрос, как бы, вернее, комментарий не совсем корректный. Еще одно видео, это последнее наше видео, которое выходило на прошлой неделе. У нас видео, напомню, выходит по субботам регулярно. Система уравнивания потенциалов, как правильно сделать. И Александр, комментарий, век живи, век учись. Хотел бы посмотреть, как делать систему уравнивания потенциалов, если подключение дома выполнено, то есть система ТТ. Но в любом случае у вас все трубы должны быть заведены на контур заземления. Не имеет значения, какая система. ТТ, ТНС, ТНСС. В любом случае должна быть система уравнивания потенциала. Поэтому ответ такой. Следующий. О, пользователь, не буду. Вы можете сами прочитать. Шашлык, а впереди нехорошее слово. Не хотел бы я, чтобы от моего заземления питалась вся улица, и через мой щит проходили большие токи, реле, напряжение, выход. Это к видео ноль с землей, обрыв нуля, тоже можете посмотреть. Да, реле это может, конечно, как-то спасти, но а решать, какую систему вам делать, ТНСС, или, то есть объединять ноль с землей или нет, это решение за вами. Подробно об этом рассказывается в видео ноль с землей. Не буду останавливаться на этом вопросе. Идем дальше. Так, длинное название пользователя. Авторы канала, это реальные неучи. Ну, я, честно говоря, вот такие комментарии, я даже их не дочитываю, потому что какой-то набор слов. Давайте посмотрим, что это за канал, какие, на какую тему, видео. Так. Обзоры по электронике, Z13, все видео, распаковка материнской платы, проектор, ноуты, пайка. Ну, я считаю, что это комментарий, скажем, я даже не реагирую, но учитывая то, что здесь нет нормативной лексики, мы его оставляем. Если еще в таких комментариях обычно ненормативная лексика,
лексика, то такой пользователь просто блокируется. А этот комментарий к видео, почему ПУЭ запрещает устанавливать УЗО в квартирах советской постройки. Можете посмотреть, подробно рассматривали. Ну, опять же, ноль землей, обрыв нуля, заземление или нет. Ни хера не объяснил, откуда там ля-ля-ля было. Ну, не знаю, там подробно все объяснялось. Может, пользователь недопонял. Следующее, вот. Не, ну, это однозначно, как я говорил, мы такого пользователя блокируем, потому что мне, например, неприятно читать какую-то ненормативную лекцию. Опять Саша Диджей Монро, который спрашивал, сколько монтаж в евро. Ну, он здесь пишет, как в Берлине, я так понимаю, он работает в Берлине, как делают. И можете почитать этот комментарий к видео. Электромонтаж без распределительных коробок. Ну, в принципе, у нас в Украине приблизительно так же все делается. Поэтому, ну, спасибо за комментарий, Александр. И последнее, вот за неделю смотрим. Это все верно разложил. Это по электромонтажу. Покажите котел после года пользования. У меня вся краска отпала. Ну, это тоже такие комментарии. Как на него ответить? Ну, в принципе, вот за неделю вот такие вот комментарии. А еще вот это по стабилизатору. Мы проверяли стабилизатор напряжения Фантом с помощью Латра. Комментарий: контролировать нужно напряжение поверенным прибором, а не по индикации испытываемого устройства. Ну, согласен. Ну, у нас же не какая-то нанолаборатория, где мы для себя просто проверили. Вы можете посмотреть это видео. Действительно соответствуют характеристики, заявленные в диапазоне, в каком работает стабилизатор. Ну, в принципе, и все. Дальше. Что? Если остались вопросы, пишите в комментариях к данному ролику. Мы будем теперь по четвергам, вернее, извиняюсь, по пятницам выпускать видео с обзором комментариев, а в субботу, как всегда, традиционно у нас выходит видео на нашем канале. Вот сегодняшнее такое видео, ответы на вопросы. Если остались у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вы не являетесь подписчиками, досмотрели данное видео до данного момента, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте, нажмите на колокольчик внизу картинки, внизу вашего монитора, для того, чтобы не пропускать новые видео, которые будут выходить на нашем канале технических решений Энергомаг. Становитесь подписчиком нашего канала, оставайтесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Всего хорошего!